Около 6 тысяч молодых учителей пришли работать в подмосковные школы за последние 5 лет. На данный момент учительские вакансии в Подмосковье заполнены более чем на 98%. Говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области, министра образования региона Ольги Забраловой. По ее словам, в регионе уделяется большое внимание привлечению квалифицированных педагогических кадров. В следующем году, как отметила Забралова, будет сделан акцент на привлечении учителей начальных классов. Планируется трудоустроить порядка 350 специалистов. Из востребованных вакансий также преподаватели математики, русского языка и литературы, иностранного языка. Для поиска необходимых кадров помогают педагогические вузы. Кроме того, на базе общеобразовательных организаций Московской области создаются педагогические классы. Помощь молодым специалистам является важным направлением работы. В регионе молодые учителя получают различную социальную поддержку. Например, для них существуют ежемесячные доплаты в размере 1000 рублей, а с 1 сентября этого года еще установлена доплата в 5000 рублей. А с 2016 года также реализуется программа «Социальная ипотека». Всего за 3 года сертификаты получили 119 педагогов. Со следующего года программа для работников образовательной сферы будет расширена. Претендовать на получение свидетельства на жилищную субсидию смогут учителя биологии и физики, в том числе молодые специалисты.